Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 4 августа. Ой, хочу рассказать о последних новостях. Я же обещала вам показать вот эту уральскую теплицу, все сорта показать, рассказать. Ну, наверное, не удастся, потому что я 3 дня просидела за компьютером, принимаю заявки, пишу ответы, это тоже нужно делать. А у нас жара 30 градусов, и за это время все томаты поспели, вот эти вот нижние, которые ярусы, придется оббирать просто так. Вот сейчас уже лотки оббираем с Катей, таскаем домой. Уже не до обзоров, не до описаний. Спеет все тут. Вот у меня и мечта Алисы поспела. И почти весь сержант Пеппер вызрел. И козулы, которые я хотела на кустах описать, показать, но уже некогда вообще. Вот. Они, смотрите, они у меня выросли огромные, до 2 метров. И такие плоды на протяжении, ну, по всей длине идут. И нижние кисти уже поспели. А на улице еще сложнее ситуация. Я очень не люблю свои обещания не выполнять. Я обещала показать все сорта, рассказать. Но вы видите, вот смотрите, если посмотреть, первые и вторые кисти вызрели вообще все на протяжении всего. Вот эти грядки, посмотришь, они все... И зеленые, и синие, и черные, и оранжевые, и красные, и розовые. Все томаты созрели, все требуют сбора, чтобы их скорее собрали. Куда ни заглянешь, вот представьте, сколько надо собирать. Так что, если какие-то сорта не успею описать, буду выкладывать просто фото. Теперь мне уже не до видеороликов. Уже все. Нападение томатов.